произошла серьезная непонятка. Бутылка тут ни при чем. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, вот такая курточка досталась мне однажды. Фирма такая, ну понятно, старая, порванная, но не в этом дело. Смотрите, в чем прикол. Вот такой карманчик. Можно даже чуть ближе, оператор. Смотрите, непонятный карманчик. Близко не надо. Вот, это не карманчик, просто вот такая фигня. Ну, что-то тут зашито изначально, вот, с завода. Непонятно. Вот такая фирма, курточки. Может, кто что-то там в комментариях скажет. Не знаю. Может, кто что-то знает. Вот, что-то зашито. Сейчас вот будем вместе смотреть. Просто стало интересно, что тут есть. Вот такая что-то такое мягкое, непонятное. Блин, о, ну мы думаем, тут точно не золото, ну ради прикола, что тут может быть и для чего оно сделано. Просто интересно. Сейчас шляпу аж сниму, устал, жарко. Сейчас я ее расхерячу. Блять, курточку жалко. Рыбацкая курточка. Андрей Юрьевич сказал, надо разорвать и посмотреть срочно. Очень интересно. Очень интересно ему стало. Что тут за хуйня? Ебать, Андрюха. Ты представляешь, мы всю свою оставшуюся жить работать не будем. Тут алмаз, блядь. Алмаз 20-кратный, блядь. Я знал, я так и догадывался на ощупь, что тут эта хуйня. Смотрите, смотрите внимательно. Смотрите, для чего это положено тут, в этой курточке? Серьезно, смотри, что это такое? Просто тупо достаем. Кусок пенопласта. Какие-то две пластмасски. Для чего, почему, что это такое? Как это? Что это? Комментарии, ребята. Что это такое? Для чего это? Оно надо. Посмотрите, что это? Может это... Может, а что это и для чего? Что это? Вот это надо выпиливать специально людям, которые просто шьют эти курточки. Влажат. Дай название сниму. Вот а вот название тут... Написано Рекко, Рекко. Так что, оператор, давайте пообсудим эту тему, ребята. Пенопластик такой какой-то мягенький. И вот какой-то клееный грубо. Ну, датчик может какой-то для горнолыжников, альпинистов. Какой может быть датчик? Ну как, микросхема зашита, и ты в горах где-то потерялся, вот тебя найдут по нему. Ну какой тут датчик, какой-то кусок. Ну разбери. Так что тут? Пенопласта кусок и все. Где тут датчик? Нету никаких датчиков, блядь. Хуятчик, а не датчик. Ну вот это еще склеено тут. Ну так понятно, значит там что-то внутри есть. Ну ладно, делай паузу. Сейчас разберем пока. Серьезная курточка, ребята, вот она. Не знаю в чем. Смотрите, что тут было. Вот пенопласт. И вот эта пластмасска. Вот мы ее разодрали. Так, ближе сюда. Смотрите. Какой-то чип. Нас, блядь, постоянно херячат. Смотрите, что тут творится. Смотрите. Вот оно. Смотрите. Смотрите. Это, конечно, наверное, для горнолыжников, сказал Андрей Юрьевич. Он прав. Ну, как оно работает, блядь? Нас видят с космоса, блядь. Ну, антенна и чип, который приемник. Вот прикольно. Прикольно, прикольно. Мне это понравилось. Не так все просто. Прикольно. Это мы далекие. Люди там по-нормальному идут. Ну, в принципе, вот. Вот. Это антенка, да. И вот два каких-то микросхемка. Вот она. S2. S английская двоечка. Вот так вот. Вот так, ребята. Открыли мы этот секрет. Всем привет. Пишите отзывы и ставьте лайки. Всего хорошего.